Ну все, сейчас начнется. Все знают, что такое спидран. Зачем делать такое видео? Просто примите, что название «Что такое» в этих видосах скорее идет как традиция, что ли, чтобы все видео составляли такую своего рода постоянную рубрику. Короче, мне срать. Тема рыли интересная, особенно для геймеров, для которых YouTube создан процентов на 70, я бы сказал. И нравится мне. Gotta go fast. Ну, все-таки да, думаю, почти каждый игрок в компьютерные игры и каждый увлеченный геймер знакомы с тем, что такое спидраны и кто такие спидранеры. Если по каким-то причинам вы в танке или, я бы сказал, в пещере и слышите это слово в первый раз, в двух словах, спидран — это максимально быстрое прохождение видеоигры. Естественно, сингловой, в скобочках одиночной, с каким-то рядом определенных условий. Типа собрать все секретные предметы, победить всех боссов или тупо дойти до конца как можно быстрее, забив на все. Speed — это скорость, а словом run называют непосредственно прохождение. Полная противоположность спидрана — это long play. Переведем как «долгая разыгровка». Суть long play — даже при полном идеальном знании игры пройти ее так, как задумывалось разработчиками. Популярно на ютубе. Ну короче, long play — это тупо прохождение игры без каких-то попыток сделать все как можно быстрее. Ну, естественно, только без намеренных стояний на одном месте и залипаний. Или даже конкретных целей, вроде открытия всех секретов или всех концовок. Long play нужен в первую очередь, чтобы зритель мог оценить геймплей какой-то игры, если не играл в нее до этого. И главное, оценить, сколько приблизительно времени займет прохождение. Но это ладно, вернемся к спидранам. Школьникам, играющим во все популярные игры только потому, что там есть рейтинг, Overwatch, вот эта игра, Hearthstone. Может быть интересно узнать, что даже сингловые игры могут быть соревновательными и в десятки раз более скилловыми. Твои 8000 часов в доте ничто, ублюдок. Очевидно, что если цель спидрана пройти максимально быстро, то тут сразу включается человеческий азарт. Кто первее, кто быстрее. Спасибо интернету, благодаря которому теперь есть возможность каждому выложить свой результат и помериться с остальными, общаться в целях поиска наиболее быстрых путей прохождения игры, а еще проводится куча всяких мероприятий, связанных со спидранами. Когда все это началось, неизвестно. Наиболее популярная версия гласит, что началось все со спидранов игр Doom и Doom 2. А там, надо сказать, герой действительно бегал супер быстро, а потом еще и Quake подтянулся. Но имха — это вообще бред какой-то. Да, может быть, с точки зрения того, когда появилось название жанра «спидран», и когда его начали демонстрировать в формате видео, Doom действительно был первым, или Quake. Но господи, вспомните старинные аркадные автоматы. Конечно, большая часть игр там была бесконечной, да и каких-то платформеров, которые являются одним из основных жанров для спидранеров, особо там и не было. Но игры для полноценного прохождения от начала до конца там существовали. И пока онлайновый гейминг только начинал развиваться, а всяких этих ранкидов и в помине не было, киберкотлеты того времени мерились письками в залах с аркадными автоматами, и целью было не только надрать другу жопу в каком-нибудь стритфайтере, но и увековечить свои инициалы в таблице лидеров. В конце концов, вспомните, что почти все старые видеоигры, в частности те, в которые мы играли на китайском NES, или, как бы сказали нормалфаги, на Dendy, не имели возможности сохраняться и проходились либо в один присест, либо никак. Конечно, в таких играх выход на первое место редко базировался на скорости прохождения. Очки, которые и выводили игроков в топы, давались за разные игровые моменты. Количество собранных предметов, сохраненных жизней и хп, убитых противников и т.д. Но именно в постоянной задрочке и была суть. Отсюда исходила и максимальная скорость при высочайшей точности исполнения. Кстати, спидраны тоже бывают разных видов. Некоторые базируются на том, чтобы пройти просто, чем быстрее, тем лучше, не собирая ничего, пропуская 90% сюжета и т.д. и т.п. А в некоторых, наоборот, цель — собрать вообще все на 100%, посетить все секретные комнаты и расхуячить всех боссов, но и времени это, очевидно, займет больше. Причем во время прохождения разрешено использовать все, кроме читов. Баги, обузы, ошибки программного кода. К тому же спидран не значит прохождение без смертей. Иногда, например, игроки специально умирают, чтобы пропустить какой-то игровой момент, лишнюю загрузку, или когда подобрали что-то важное, а к началу уровня пиздюхать лень. Называется такой прием, кстати, Death Warp. И каждый из спидранов по-своему интересен. В старых платформеров круто наблюдать, как профи за 20 минут пролетает все игровые уровни, минуя препятствия и любые наносящие урон хитбоксы на расстоянии пикселя. Так же, как и порой интересно посмотреть, как в каком-нибудь Deus Ex Human Revolution игрок берет какой-нибудь ящик, выталкивает себя за стену и пролетает тоже через весь уровень, даже не проходя его в привычном понимании. Есть, конечно, такой вид спидранов, который задействует всякие изменения игрового кода, но, короче, чё я вокруг да около. Рассмотрим, какие бывают типы. Как готовить спидраны по разным рецептам. Any%. На сегодняшний день самый популярный вид.
по сути, дефолтный тип спидранов. Самый при этом обширный в своем трактовании. Any percent означает «на любой процент». Суть вся в том, что каждый спидранер устанавливает для себя этот лимит самостоятельно, порой вплоть до процента соответственно, если в какой-то игре в конце идет подсчет процентов прохождения. Например, Metroid, из которого, кстати, это название спидранов и пошло, Castlevania или какой-нибудь GTA. По умолчанию Any Percent — это когда игрок должен игнорировать все, что вообще возможно, либо дойти до конца, настолько быстро, насколько ему позволяет лимит его человеческих способностей и общие знания об игре, багах, обходных путях, шорткатах и т.д. Конечно, некоторые определяют такой тип скоростного прохождения, ну, типа «игнорируй все и беги до конца», названием «low percent». Но опять же, ограничение устанавливает сам игрок, а по дефолту идет ставка именно на время и скорость. Говорят еще, что low percent — это намеренное ограничение игрового персонажа во всех возможностях, и получается совершенно наоборот, спидран занимает даже больше времени, чем обычный any percent. В общем, обычно, перед началом самого прохождения игрок, играющий на any percent, может сам для себя выставить определенные условия. Возьмем в качестве примера ту же Castlevania Symphony of Night. В ней множество опциональных боссов, секретных комнат, а в зависимости от решения убить Рихтера или спасти его от злых чар, игра может стать в два раза длиннее, чем задумывается. Спидранер выбирает ставку. Максимально быстрое прохождение, игнорируя все, как я уже сказал, или максимально быстрое прохождение, но с убийством всех боссов, или же, например, максимально быстрое прохождение с открытием всех мест на карте, и т.д. и т.п. Обычно у ютуберов или стримеров, которые демонстрируют свои спидраны, всегда где-то в одной из частей экрана есть таймер, на котором написаны все ключевые моменты, которые он обязан пройти, или имена всех боссов, которых он собрался замочить в процессе прохождения, и чтобы его прохождение было легитимным, игнорировать свои собственные задачи он не вправе. Назвался клизмой, полезай в жопу. 100%. Тут, я думаю, понятно. Если в игре есть подсчет процентов прохождения, задача, собственно, на 100% игру и завершить. Собрать все секретные предметы, открыть все тайные комнаты. Если подсчета нет, то все равно, у игры есть какие-то рамки, дальше которых уже не вылезешь. И вот спидранер, собственно, должен пройтись по площади всей игры как можно быстрее. Надо сказать, не самый зрелищный вид спидранов. Даже если игрок невероятно скиллов и крут, все равно на 40-й минуте становится скучновато. Ну типа да, пусть это и спидран, обычно прохождение занимает около полутора часов. Особенно это усугубляется ситуацией, когда в качестве игры для рана выбирается не какой-нибудь платформер, где надо невероятно точно контролить персонажа, распрыгиваться, доджить и стрелять одновременно, или шутер, который наполовину состоит из руки джампов и проходов сквозь стены, наблюдение за которыми вызывает лютый покчамп, а какая-нибудь RPG, где надо именно кликать мышкой или указывать герою куда идти, кого пиздить, JRPG с пошаговой механикой, адвенчуры какие-то. Но определенно и у 100% ранов есть своя аудитория. Может оказаться полезным, если вы сами хотите пройти игру, собрав все секреты. TAS – Tool Assisted Speedrun. По сути, спидраном как таковым не является. Все-таки это своего рода читерский вариант скоростного прохождения, но его цель не показать скилл, а создать красивое зрелищное шоу. Tool Assisted Speedrun – это спидран с использованием дополнительного софта и иногда изменением кода самой игры. Отсюда и название. Конечно, спидраны принято выполнять непосредственно на оригинальных платформах, для которых разрабатывались те или иные игры. Во-первых, потому что в любом случае удобнее играть на геймпаде той консоли, для которой эта игра и была сделана. Хотя некоторые спидранеры проходят и на контроллерах, либо кажущимся им более удобными, либо каких-то наоборот совершенно неподходящих. Как какой-то чувак, честное слово, не помню его имя, помню лишь, что он стримил на Твиче, проходил разные части Марио на контроллере для Dance Dance Revolution. Во-вторых, оригинальные платформы лучше, потому что игра на эмуляторе почти никогда не идет настолько же гладко и четко, как на родной консоли. Да и взаимодействие с дополнительными программными фичами, вроде подключения более современных геймпадов, может создать неприятности в виде задержки в нажатиях клавиш, каких-то периодических подтормаживаний и микрофризов. А в спидране важна каждая секунда и каждый микромомент. Именно в этом суть TAS — Tool Assisted Speedrun'а. Чаще всего они делаются именно на эмуляторах и оттуда же записываются в виде видеоролика. Однако обычно играет не человек, а программа. Эта программа — набор заранее прописанных нажатий кнопок, подобно MIDI-мелодии, идеально воспроизводящих максимально точное, четкое и быстрое прохождение игры, исполненное уже не руками человека, а, так сказать, робота. Человек, как говорится, сильнее всех. И даже самая умная машина не всегда способна автоматически составить идеальное вычурное прохождение какой-либо игры. Ведь, как я уже сказал, спидранеры почти всегда используют баги или обузы, не предусмотренные разработчиками и найденные самими игроками.
код для Tool Assisted Speedrun изначально прописывает человек. Однако делает он это в эмуляторе, так как в нем можно замедлить игру вплоть до последнего кадра, сохраниться и загрузиться в любой момент, прописать те трюки, которые практически невозможны с первого раза, либо просто ограничены такими факторами, как человеческая реакция в принципе, задержка нажатия клавиш и рандом. Об этих факторах дальше. Иногда же TAS просто убирает какие-то игровые моменты, вроде появляющихся не к месту противников и препятствий, чисто с целью того, чтобы спидран в исполнении уже живого человека выглядел более впечатляюще и зрелищно. Но опять же, именно по этим двум причинам TAS считается нетрушным представителем жанра. Нужен Tool Assisted Speedrun для двух целей. Либо, как я уже сказал 100 раз, для красивого шоу, либо для того, чтобы создать максимально точную, эталонную модель прохождения любой игры. Собственно, еще одну единицу в палате меры весов, который, кстати, является сайт dasvideos.org. И затем, соответственно, подгонять свой спидранерский навык под нее. Человек всегда стремился создать машину или искусственный интеллект, который был бы максимально похож на него самого. Но спидранеры наоборот, сами хотят стать машинами прохождения игр, без единого недочета и осечки. Кстати, пример. Был один очень популярный в ру-сегменте видос по Mortal Kombat 3. В нем записано идеальное прохождение башни на максимальной сложности без получения урона. Все в свое время думали: «Господи, кто он? Что это за великий магистр кунг-фу и где он живет?» По сути, это был лишь очередной ТАС. Препятствия на пути спидранеров. Думали, что умереть в PUBG в топ-11, чтобы опять начинать все сначала, ждать загрузки, вылета, высадки, лутания и т.д. это самое обидное? Представьте, что одна мельчайшая осечка может засрать целый спидран, который длился, допустим, 70 минут, и все 70 минут вы не имели права ни на минуту расслабиться, отвлечься или рассредоточиться. Неправильное движение, засратый тайминг, нелепая смерть — все считается. Конечно, идеальных спидранов кроме ТАС практически не бывает, и иногда спидранеру можно простить какую-нибудь смерть, если она не добавит к прохождению еще 40 минут, или исполнение какого-то трюка не с первого, второго или даже третьего раза. Особенно, когда он демонстрирует свои навыки на стриме, который идет в прямом эфире, либо на каком-то мероприятии, вроде АГДК. Там с ним сидит еще кучища комментаторов и болельщиков, которые даже самую неприятную ситуацию сделают не столь постыдной. Да, еще и поддержат игрока. Именно всяческие трюки, которые почти невозможно выполнить с первого раза и являются первым препятствием для спидранера. Почему с первого раза их не выполнить? Ограничивают исполнение любого финта, рандом и лимиты человеческих реакций и восприятия информации на экране. Возможно, смотря спидраны, вы замечали, как игрок бежит себе по локации, доджит все подряд, а потом внезапно останавливается, будто бы оценивая обстановку вокруг себя. Это неспроста. Он готовится к исполнению сложного, но необходимого, или очень важного, сокращающего несколько секунд, а это много, приема. Этот момент называется трик-сетап. Какой-то финт требует идеально прицелиться, попасть кадр в кадр, пиксель в пиксель, микросекунды в микросекунду, чтобы чудо получилось. И пусть для спидранера фраза «поспешишь, людей насмешишь» нерелевантна, в особо опасных моментах приходится остановиться и подготовиться. Как пример, один из известнейших западных стримеров Chirono TV время от времени делает спидраны на своем канале. Одна из самых частых игр — Half-Life 1. В самом начале, когда Фриману надо вставить вагонетку в эту гигантскую хуёвину, чтобы не смотреть сцену про взрывы и телепорты в Зен, которая длится около минуты, стример параллельно пытается выполнить очень сложный прыжок, который бы выкинул героя на самую верхотуру, если я правильно помню и понимаю, после чего можно было бы продолжить спидран. Прыжок крайне сложный, поэтому прямо перед началом стример сохраняется и при каждой неудаче подгружается и пробует снова. За раз он может сделать около 5-10 попыток. С первого раза получилось бы только либо у заранее подготовленного робота в скобочках TAS, либо у того, кто знает эту игру вплоть до пикселя, либо просто у счастливчика. Но фортуна капризна. Именно ее выебоны вторая причина, по которой с первого раза все не получится. Иногда она даже более жестока, чем просто сложные трюки. Сейчас почти не существует игр, как сингловых, так и онлайновых, в которых бы не использовалось РНГ. Генератора случайных чисел, который бы так или иначе влиял на игру. Разве что в шахматах, которые как программа достаточно просты, и все факторы игры определяются непосредственно навыком самих игроков. А рандомные вещи, дроп крайне редкого предмета после длиннющего данжевого MMORPG, выпадение критов на Мартре или Джиггернауте, кепка и рюкзак в ангаре в Жаржополе, когда у вашего соседа дробовик и т.д. и т.п. определяет РНГ. Повезет ли вам, упадет ли с убитого противника в игре нужный вам предмет с первого раза или нет, зависит лишь от леди удачи. Да, во многих играх можно повлиять на шанс выпадения вещей или появления противников, но по-прежнему везение здесь решающий фактор. Приведу пример на игре Dark Souls, которую я так люблю. Суть в том, что многие спидранеры для скоростного прохождения используют оружие алебарда Черного Рыцаря, ввиду ее особенностей и действительно сокрушительной силы для непрокачанного персонажа. Вот только есть загвоздочка.
Получить это оружие можно только в двух местах в игре. Ее можно выбить только из двух противников. Когда я говорю «из двух», я имею в виду не два типа врагов, а именно двух рыцарей, встречающихся лишь по одному разу за игру. Вероятность того, что алебарда выпадет с каждого из них, не стопроцентная. И самое жесткое то, что если вы убили рыцаря и вам не повезло на дроп, то этот рыцарь уже больше не возродится, и попробовать снова не получится. И прохождение, соответственно, надо начинать сначала. И все-таки, переборов эти препятствия тем или иным способом, некоторые игроки добиваются такого уровня игры, что уже могут делать спидраны вслепую, или, как я сказал, на совершенно не предназначенных для этого контроллерах, типа всяких гитар для Guitar Hero. А какими могут быть критерии измерения времени спидрана? Все-таки где-то можно и смухлевать, если подумать, или какие-то моменты можно считать нерелевантными, например, подгрузки, компьютеры-то у всех разные в конце концов, или видеоролики. Существует два типа отмерки прохождения. RTA, Real Time Attack, и IGT, In-Game Timing. RTA учитывает все время, проведенное в игре, от запуска таймера в самом начале. В учет идет абсолютно все. Подгрузки, ролики, выходы в меню, паузы и т.д. IGT учитывает только время, в которое игрок может управлять персонажем, но не учитывает то время, где он этого, соответственно, делать не может. То есть в моментах катсцен или еще каких-то конкретно неигровых эпизодов. На них таймер приостанавливается. Однако RTA более популярен, поскольку многие игры позволяют пропускать катсцены. Да и опять же, цель спидранера — сократить количество всяческих удлинителей игрового процесса, вроде видеороликов или скриптовых сцен, еще и посредством использования багов и пропуска уровней. Вспомним опять же спидран Чиро на ТВ по Half-Life. В конце концов, RTA более натурален и честен. Спидраны в основном находят свое место в интернете, на Ютубе, Твиче и тематических сайтах, главные из которых Speed Demos Archive или просто SDA. Но иногда небольшое по меркам интернета сообщество спидранеров выходит в свет ИРЛ. По спидранам проводится целый ряд различных мероприятий, в частности Еврашки, а самое популярное из них — Games Done Quick. Проводится с 2010-го, дважды в год. Первая часть, Awesome Games Done Quick, проводится всегда по январям. Вторая, Summer Games Done Quick, случайный месяц между маем и августом. Разницы, кроме времени проведения, между ними по факту нет. Говорят, что на оба этих мероприятия попасть очень сложно, хотя сами организаторы заявляют, что Games Done Quick открыт для всех, даже для тех, кто просто хочет быть зрителем. Конечно, придется заплатить за билетик, вернее за отель, который они предоставляют, но не больше, чем за тот же Игромир. Только в отличие от Игромира, Games Done Quick не говно. Но в основном туда записываются непосредственно спидранеры, которые также указывают и свои игры для прохождения, именно поэтому каких-то критериев или тематик не существует, все зависит от игроков. И волонтеры. Суть в том, что Games Done Quick — это благотворительное мероприятие. Все донаты, собранные во время проведения GDQ, идут на помощь в лечении рака, исследовании аутизма или организации «Врачи без границ». Собирают они средства, в частности, благодаря все тому же сайту Twitch, где можно смотреть их трансляции в прямом эфире, если попасть туда не удалось. Что интересно, фактически все мероприятия, посвященные спидранам и спидранерам, направлены на благотворительность в том или ином виде. Судя по всему, Games Done Quick, как самый популярный и авторитетный, подал пример всем младшим. Интересно, откуда у них столько средств на снятие помещения, его организацию и т.д., если рекламы GDQ не продает, вроде бы, может я ошибаюсь, а собранные деньги идут в помощь тем, кому в жизни повезло меньше. Хотя у них есть спонсоры — Fangamer и Yeti, компании, делающие игровую атрибутику и тематическую по GDQ в частности. Плюс плата посетителей, которые пришли просто поглазеть. И, соответственно, сами организации, связанные с медицинской помощью, спонсируют их. Конечно, учитывая, что все спидраны происходят в режиме лайв, иногда происходят какие-то косяки, а бывает, что срываются даже целые прохождения, ведь времени, чтобы начинать заново, не всегда хватает. Но тем не менее, считается, что туда едут только лучшие спидранеры, а список игр на сайте Games Done Quick — это своего рода книга рекордов. Спидраны существуют по практически каждой игре. Даже у тех игр, которые, казалось бы, никак не пройти быстро. Так что поближе ознакомиться можно просто благодаря Ютубу и Твичу. Хотя опять же не думаю, что есть люди, которые ни разу не слышали этого слова. Тем не менее, мне было искренне приятно и интересно делать этот видос, и вам, думаю, он понравился и что-то для себя вы в нем нашли. Может, чуть-чуть приблизились к спидранерскому сообществу. А я пока что откланяюсь и напоминаю вам зафоловить ВК для всяких важных анонсов и Twitch для стримов. Спидранов я там не делаю, но, может, вам будет интересно. Всем спасибо, всем пока.